Внимание, спойлеры. Все, что будет дальше, будет раскрывать немного сюжет, поэтому если вы еще не читали первый выпуск... Или нормально относитесь к спойлерам, то тогда приготовьтесь, мы сейчас расскажем. Кадр с мотоциклистом, который улетает в окно, это такой необычный кадр, опять же. Что-то впервые нарисованное, рисовать мотоциклы, технику вообще было чем-то необычным и новым. Я еще подбирал то, как будет выглядеть этот мотоцикл очень долго на основе каких-то там картинок. Хотел сделать какой-то особенный мотоцикл, потому что он еще появится не раз. И я помню, ты перебирал варианты того, какая это марка будет, как это будет выглядеть. Да, сейчас кажется, что это такое ненужное, но все-таки это дополняет элемент мира, потому что у этого, скажем так, байкера, если не спойлерить, еще будет необычное оружие в этом мире, и поэтому казалось интересным и чем-то прикольным нарисовать. Наградить его таким атрибутом, как другом, как мотоцикл. Ну, я думаю, этот кадр где-то похож на кадр из мультсериала «Черепашки-ниндзя» 2004 года, там, где в заставке Рафаэль летит на мотоцикле. Ну, и опять же, если спойлерить, то это Софи, нам хотелось представить ее как мужского персонажа, потому что мы хотели вас немножко обмануть. Мы, как и сказали, хотели идти от обратного и где-то идти от каких-то привычных шаблонов, поэтому когда в фильмах появляется какой-то мужчина, который всех спасает, нам хотелось, чтобы в этот раз мы вас обманули, и это была девушка, которая спешит на помощь, и она отважна, и для нее не важно, какую одежду она носит, и для нее главное сделать свое дело и помочь людям. Не пропусти следующие «Концы света». Подписывайся на нас там, где удобно тебе. Все полезные ссылки мы оставили под этим видео.